же, может, проще будет вообще. Ой, блин. Там они обычно меньше, это у вас не взрослые, ну, те, которые в магазинах. Сейчас я ввожу витамин. Если то, что мы задумали, не сработает, то тогда придется его изолировать, то есть сначала обездвижить различными механическими средствами, потом мы ведем ему все эти препараты через иглу внутримышечную и сразу же отвезем на рентген и проверим, действительно остались ли эти инородные тела в его организме. Может, там не только это, может, он что-то еще заглотил, правда? Ребенка утонет сейчас. Прямо такой ладенечка. Есть. Промазал. Ну. Утянул, но они утягивают под воду. Еще кусочек, утягивай. Через сколько надо? Минут через 10. Вылежать. Замороженное. И мелкую, да? Дашь ваш телефон? Да, новый, конечно. А можете его? Да, пожалуйста. Лучше, чем был. То есть вот сильно, сильно вытягивал? Ну вот как? Я фотографировала крокодила, когда он открывал свою пасть. Эффектный кадр должен был получиться, но не получился. Просто выскользнул телефон. Может, да, может, я неаккуратно как бы там себя повела, но дело в том, что администрация тоже могла предусмотреть такой человеческий фактор, да, что вот я могу, любой человек может что-то упустить. Ну вот и я упустила. Может, это такое быть. Он просто не ест. То есть и малоподвижен, и вообще не ест. То есть вообще не ест. Вот такую обычную пищу, как мы ему давали, он ее не ест. Поэтому принято решение сегодня провести такой эксперимент. Ну,